Привет, ребят, девчат, и Кей с вами из магазина DCC Chain, город Цинциннати, штат Огайо, кто первый раз. Вот это вот скопилось за неделю. Сейчас я вам покажу, как умирает хобби в загнивающей Америке. То есть после Крисмаса in July, да, как говорят здесь, Крисмас в июле, мы только что вот получили такое количество, вон там Роб, он, конечно, очень занят, огромное количество вот этих всех локомотивов. Unbelievable. Сделаем отдельное, наверное, когда я побольше узнаю информацию об этих всех штуках, я сделаю отдельное видео. Окей, все продано. Sold out. Ну, в общем, быстренький такой, ребятки, обзорчик на данный момент. А что останется, мы не отправим. Я сделаю обзор конкретный. Всего хорошего и наилучшего. До свидания. It's hot. It's always hot. That's cool.